Дяди и тети, здрасте. Посылочка пришла с Китая. Вот так прикольно. В описании не помню, было бы, не было. Такая пахучка. Это для номера. Для номера телефона. Тут крышечка, все дела. Закрывается все это дело. И наклеиваем номерки. Сейчас наклею свой номер. Покажу. Ну вот, получилась вот такая штучка. Еще не проклеил, думаю, куда его влепить. Пока не знаю. Ну вот так вот. Симпатично смотрится. Как бы его. Или пускай так и будет тут. Она еще может переворачиваться, если вдруг не надо, чтобы кто-то что-то видел, то есть все прачится. Долго шла посылка, ну, Китай, это, выслали с Китая, как раз во время всего этого ажиотажа, шла долго, но пришла, самое главное, что он выслал. Потому что это уже пришло из-за почты так долго. Еще там много посылок идет, но они долго идут. Некоторым уже срок вышел, спор уже не открывал. Посмотрим. Потом чуть позже, может, спор открою. Некоторые еще не пришли, а уже деньги сняли. Да ладно. А, прикольно, что с пахучкой. Так, приятно пахнет какой-то жвачкой. Ладно. А, номерки, да, вырвал чисто по-еврейски. Так. Кто знал, с какой стороны. И так, брат. Вот такая вот безделушка. Всем спасибо, всем большой привет. И самое главное, не болейте. Если не забуду, ссылку оставлю вот тут, в описании, да. По скриптум печалька. А этот скотч триемовский, что-то он особо не липкий. Но ошибка может быть моя в том, что когда-то я полировал эту поверхность. Или скотч уже такой. Так, к руке он липнет. Ой, простите, руки грязные, только с работы. В руке липнет. Но уже не липнет. Наверное, все-таки из-за того, что полировано было. Ладно, сейчас проедем мы это спиртиком. Вытрем то место, где клеить будем. Новый скотч прилепим. Посмотрим, как он будет держать. Короче, морочился. А, еще светящееся, это говорят, было. Ну нет, оно не светится. Оно такой цвет как бы отсвечивает и все. Но не светящееся. Не хочет клеить. Уже и спиртом протерял и все. Не, ни в какую. Сильно я его натер, что на нем и пыль не садится толком. Вернее, наполировал. Да ладно, как-то постоит, прилипнет. Короче, главное, что это цифры приклеены. Сейчас помоем машинку, а то уже она грязненькая чуть-чуть. Ладно, отдыхаем. Ну, ох ты, простите. Карантин весело проходит, все хорошо. Мы пока работаем, наша хевра не закрыта, ну, фирма не закрыта. Или как она называется? Фирма, не предприятие. Ну, короче, там, где мы работаем, не закрыто. Оно как бы более, ну,
жизненно необходимое, вот слово такое. И это, и не работает. Пока такие новости, дальше будут новости, еще поделимся. Люди многие на карантине, многие сидят дома. Ну, это такое. Главное, чтобы не болели. Сосед музон врубил на всю. Тут уже вот интересно, чем мне тут нравится. Всю зиму какие-то цветы растут. Полевые такие на деревьях. Какие-то посаженные. Так что классно, зима прошла. Надо будет отдельно видео снять за Израиль, как он есть на самом деле. Всем пока. Такое большое по скрытию получилось.